треугольник, да? Я вот так понимаю. А сюда старт 1, 2, 3, 1 и финиш, да? Вот, схема дистанции. Давай все читать. Дополнительный пункт. Управление политической культуры и спорту администрации муниципального образования города Краснодар организовали открытые соревнования по парусному спорту, посвященные празднованию Дня Великой Победы в классе крейсерских яхт. Все готовы к соревнованиям? Наш экипаж яхта Соревнования проходят в водах Краснодарского водохранилища. Это искусственный водоем на реке Кубань в Краснодарском крае и республике. Он является самым крупным водохранилищем на Северном Кавказе. Натяну. Давай, сейчас я еще. Опа! Так, подключаем. Что? Так, топинант. Топинант, придержи. Так, топинант, уберите, оттяжку заведите. Нет, ты сейчас это. Смотри. Здесь вот эта штучка. Туда вставляем флаг. Туда тоже вставляется лапа. Торжественно. Что это такое? Вот она регулируется. Вот здесь. Туда пятерка воды помещается. Ну для жесткости. Это для того, чтобы не промокало. Сверху на резинке. Вот такая штука. Это с удельским флажком. Ну отсюда и туда. Да? На выход, да? Что нам повыше? Мы каким галсом пойдем? Поворот будем делать? Или пониже заберемся? Нам бы повыше на ветер. Серж, давай набьем паруса. Приведи, говорю. Приводи, у нас сейчас паруса как было. Давай, приводи и ставьте такие. Ветер стихает, что ли? Слушай, ну вот те две тоже низко идут по ветру. Слушай, они такие в зоне риска, на самом деле. Я тебе скажу, вираж пошустрее был, конечно. Он узкий был. Может, стоит чуть-чуть подобрать грот? Нет? Нормально идет? Серый, чуть потравить. Да. С этой стороны колбасы. Догоняем.
питерский сайт. Ну да. Ветер, где зараза? Был шанс. От, блин. Так, а если слева будем обходить, мы у них ветер чуть-чуть заберем, да? Мы там забрали куда. Мы, во-первых, сейчас не обходим, а во-вторых, они вырезают из пути. Ветер зашел. Как? Может, шверт опустить, а? Чтоб не сваливаться. Да-да-да, сваливаемся сильно. Руль. О, да еще и нормально, кстати. В принципе, по чуть острее можем. Я могу его подвыбрать и поострее пойти. Давай. Дай грот надо. И сколько вот этих вес ограничений? Что? 60. 60 килограмм и больше уже все, да? Ну, смысла нет. Не, не переворачиваются. Они проигрывают. К дну идут подводные лодки. Не, есть большие, есть мощные паруса, тяговые. Вот. С черной меткой. Откуда у нас это? Ну, у нас здесь нет таких. Вон первый. Где? Где? Вон первый красный будет. Грот набивай, Дим. Вот этот, набивай грот. Набивай. Быстрей. Поправьте низ так себе. Костя, сядь сюда. На нижний, стой. Сюда. Дим, вот этот вот сюда. Давай. Я так держу. Так. А этот вот на этот. Там на первый бакет, да? А я так и не понял, куда. На бакет? Слушай, ну кто-то не объясняет. Слушай, ну вроде буй вот там должен был. Но в схеме, по крайней мере, был буй. Буй или бакин, куда идти? Первый бот отбой. Ой, по баке. Первый бакинг, да. Валить еще, да. Давай. Вон они разворачивается. Он идет нам на перевес. Трави. Зачем? А, на бабочки пойдем? Как? Отправь Диму это чуть-чуть левее. Выводи этот угол туда, налево, да. О, ага. На вон тать. Дим, вот здесь внизу то, лежит... То, что вы роняли, давайте сюда. Внизу. Палка, которая... Вот она под низом. Нет, вот Дим, нет. Убирай. Так.
так, зацепил вот этим и держишь в руках. Так. И делаешь. Сюда цеплять? Да, конечно. Заводи завал, Таня. Ну, надо так держать. Что такое? За что-нибудь зацепил. А теперь делай вот так и от себя. Давай, держи. Все. Дальше. Как все? Наступили, значит, на что? Кто там? Давай, вот так. Так, шпот немножко. Шпот, помогайте, шпот. Вот ты, Таня. А теперь возьми этот. А теперь смотри, бабочки сделали. Первым делом вот эту палку. Понял. Все понял. Ага. Короче, здесь еще веревочка слабая. Да понятно, что она там не та сама. И первым делом палку взять. Так, давай, наверное, тогда что? Подержи, чтобы пробовать. Подняли Ветра вообще нет. Ветра нету. Да так кажется. Это потому, что мы с ветром идем. Что мы с ветром идем? Широк есть, посмотри, как все наполнено. Вперед не надо садиться. Нормально. Ты сможешь вперед, да. Давай. Все, сейчас вы можете расправить свои широкие плечи.